сидим на озере, недалеко от города Тольятти, ловим сорожку. Вдруг слышу в районе моего ботинка какой-то шум. Смотрю на ботинок, оказывается, по нему проползла змея и пошла своей дорогой дальше. Меня даже пот прошиб. Но, оказывается, это обычный уж, небольшой, всего около метра. Тут я обратил внимание, что у нас пропала перловка. Было грамм 500, осталось вообще мизер какой-то. Неужели змеи съели? Уже вообще едят перловку? Вдруг появилась еще одна змея. Потом еще одна змея. Ну не иначе перловку доедать приползли.